Молодые, энергичные, инициативные. В Чебоксарах прошел межрегиональный форум чувашской молодежи. В нем приняли участие молодые люди не только из Чувашии, но и Татарстана, Мариэл и Москвы. СМИ, социальные медиа, информационные технологии и бизнес, образование и культура. Эти и другие темы обсуждали в рамках первого межрегионального форума чувашской молодежи. В качестве спикеров выступили спортсмены, музыканты, дизайнеры, журналисты, в том числе и мои коллеги. На форуме прошла и презентация молодежных организаций. Молодежное движение «Аталант» зародилось в Республике Татарстан в 2016 году, и с тех пор мы развиваем чувашскую культуру, стараемся, чтобы наше имя, наш язык не пропадал, чтобы он жил, развивался, и чтобы молодое поколение знало о том, кто оно есть, и даже гордилось этим, чтобы никто, допустим, не стеснялся, что он чуваш, чтобы никто не зажимался, разговаривая на своем родном языке, даже на окраинах. В рамках форума также прошли круглые столы и мастер-классы. Состоялся обмен опытом и мнениями.